Что случилось? Я хреновый видеоблогер, и у меня очень мало подписчиков, и нету вообще ни одной даже кнопки за все 4 или 5 лет, что я снимаю видео. Вот твоя кнопка. Есть у тебя 100 тысяч подписчиков. Всем привет! На канале Готовим Вкусно, с вами я, Павел. И, наконец, настал вот тот момент, когда мы получили с вами первую нашу кнопку серебряную. Канал был основан 27 октября 2014 года. Это был самый-самый первый ролик, когда еще ни я не умел монтировать, ни Сашка не умел монтировать. Кстати, в комментариях напишите, помните ли вы Сашку. Раньше канал назывался «Готовим вкусно с Пашкой и Сашкой». И у кого будет желание, можете посмотреть вот тот самый-самый первый ролик, который был на канале. Кстати, там очень крутой и вкусный рецепт. Но из-за того, что еще не умели ничего правильно делать, он длится немножко долго. Ну, перемотать можно. Я его, кстати, в ближайшее время попробую переснять, потому что он реально крутой. И давайте посмотрим, что у нас тут за кнопочка. Итак, распаковка. Та-дам! Что у нас здесь? Черный поролон. You just done something that very few YouTube creators accomplished. You had 100,000 people subscribed to your channel. Короче, мы с вами сделали то, что далеко не все ютуберы могут сделать. Мы преодолели отметку в 100 тысяч пользователей. И вот такая у нас... Опа! Серебряная кнопочка. Оп. Вот такая у нас кнопочка. Готовим вкусно. Всем вам огромное спасибо. Только благодаря вам можно было получить эту награду. Делитесь нашими видео. Там, ставьте лайки, пишите комментарии. Это все будет очень круто. Помогать каналу развиваться. И... чем больше вас, тем лучше и качественнее контент может получаться. Каждые вот такие девайсы, там какие-то микрофоны, новые камеры, все идет только за счет рекламы с YouTube. Мы не рекламируем никакие там ставки. И, в принципе, как вы видите, рекламы на канале не было. Там даже какой-то самой ерундовой тоже не было. Она не особо нужна. Но, тем не менее, за какие-то приятные бонусы, которые платит YouTube, можно покупать всякие игрушки, снимать качественное видео, звук. А вам огромное спасибо. С вами был Павел. Делитесь видео, лайки. Ну и напишите какое-то поздравление в комментариях или что вам нравится, не нравится и что вы ожидаете от канала. До встречи!